Паша Фингер Телсон, как Степ Эйл, и сегодня с вами посмотрим на новинку. Штурм Арии 51 20 сентября, она называется. Если перевести ее на английский, с английского на русский, соответственно, кто не знает, сейчас идет подписание петиций и сбор людей, которые пойдут штурмовать зону 51 в Америке, о которой ты наверняка слышал. Вот, и сейчас вышла вот буквально вот только что прям одноименная игра. Кстати, 3 миллиона человек почти подписало эту петицию. 3 миллиона по последним данным, которые я слышал. Как бы это не хреновенькая такая армия, которая хочет пойти ее штурмовать. Ну, правда, когда военные начнут их стрелять, я думаю, там не так много людей останется. Ну, ладно. Соответственно, тут нам что нужно сделать? Нам нужно освободить инопланетян здесь и сейчас. Используя скрытность, насколько я понял, записание. Игра только на английском. Мы с тобой справимся. Поехали. Hey, let's go get some aliens. О, да, надо найти каких-то инопланетян. Так, я вот этот чувак. Подожди, стоп. Блин, да, серьезно? Нет никаких настроек. Инвертирована мышка. Ненавижу, когда мышка инвертирована. Ты любишь, когда мышка инвертирована? Что мы делаем? Мы бежим, пацаны, бежим. Музыки нет, но есть... Да, вот этот явно фанатик инопланетян, смотри. Я лечу. Ой, все, мясо пошло, уже гасит. Так, воу-воу-воу-воу-воу. Я не могу приседать. Надо быстрее, надо туда, туда, надо. Мы должны просто... Ну, примерно так же оно и будет. Инопланетянин. Инопланетянин, я тебя спасу, инопланетянин, стой. Стой, маленький, куда тебе надо, сюда? Стой, ну, пожалуйста. А как мне его спасти? На какую? На пробел? Нет. Толкнуть? Ну-ка, а если я встану сюда? Ну-ка, он зашел. И... Блин, прости, я побегу дальше. Другого спасать. Ты не хочешь спасаться. Фу, блин, меня не заметили. А как? Take to UFO. Как тебя взять? Как тебя взять? На какую? Все кнопки жму. Все. А, смотри, за мной уже два бегут. Я понял, надо их... Все, надо их брать с собой и уводить. Да, и уводить здесь зоны нахрен. Все. Я-то думал, их надо туда завести. Ой, плохая идея идти на танк. Отвратительная идея идти на танк. Но мы... Надо маленьких ребят спасти. Представляешь, их мучили-то как здесь? Мы кусочки разделывали бедных человечков. Сейчас, наверное, с канала ТНТ кто-то пускает слезу, когда играет в эту игру. Такой, я знал. Особенно директор, да, к РЕН-ТВ. Такой, мои родственники. Блин, больше двоих нельзя брать. Ага. Ты видишь, да, зеленый луч — это угол обзора военных. Какие тонкие стены в зоне 51. Наверное, поэтому обычные люди-то смогли прорваться. Бежим. Все, теперь дошло. Две руки, два инопланетянина, да, и вот они, take the UFO. Типа они у нас под боком. Вот так вот, взяли их под мыхи и несем. Давай, там эти орутся, гоу. Ребята, бежим. Не, ну это, конечно... Тихо. Входит в состав инди-дичи, да, но... И разработчики, скорее всего, хотели хайпануть на этой теме, которую сейчас очень многие форсят, да, как бы, нифига себе, штурм зоны 51. Мне интересно, кстати, чем это все закончится, потому что даже многие звезды туда собираются ехать и вызволять инопланетян. Ну, как вызволять, хотя бы посмотреть, есть ли они там в действительности. Представляешь, вот в такой степени там уже, ну, делать людям нехрена, да? Все, я вывел вас. Ребят, бежим. Ну, быстрее. Ну и куда мне их вести? В огонь? В баги? Я думаю, опять какая-нибудь зеленая точка должна быть, да? Куда мне их надо поставить? Guys, I think the aliens are this way. В смысле, ну? Даже паузу нельзя нажать. Походу, тут только через Alt F4 даже выходить придется. В огонь? Они в огне-то вообще горят, эти человечки. Just give us the aliens. Куда мне вас надо высадить? Aliens, please! Не понимаю. Ну давай бежим вокруг. They're
Ну так-то мы уже вне зоны 51, давай. Не, ну как-то хочется, знаешь, 20 надо спасти, давай попробуем 20 спасти. О мой fucking god, да, он говорит, о мой чертов бог, это все инопланетяне, надо их спасать. Ай, да уж, спасатели, блин. Ну такой исход вполне себе возможен, который тут будет. Ну как бы, ну кто пустит обычных людей на, да даже звезд на военную базу? Хотя откровенно так шмалять, наверное, тоже не будут. Так, ребят, ну по херам, вы вот так вот, как дебилы-то только не бегите, ну хотя бы вот так вот. Слушай, как неудобно с инвертированным управлением. Кто вообще придумал эту дичь? Кто-то придумал инвертировать управление максимально. Они прав. Куда мне вас надо высадить-то, пацаны? Что такое? Что случилось? Что произошло? Это на какой я сделал? На Т пауза. А, на Т пауза. Ладно, давай дальше. По очереди каждую кнопку нажимаем, как мне от вас отстать. Как сделать так, чтобы от меня отстали? Так, да. На Т даже не то, чтобы пауза. Ну-ка. И на П. На П пауза, а на Т... Очень замедленное движение. На капслок. Контрол. Что? На какую? Пацаны, отстаньте от меня! Да идите в жопу, ладно, пошли дальше. Пошли дальше, хотя бы посмотрим на зону 51, потому что, ну, это... В этой дичи что-то может не работать. Может быть, вообще игра не подразумевала то, что мы до тут дойдем, возьмем хотя бы кого-нибудь. Мы, может, рассчитывали на то, что нас застрелят. Но мы с тобой бравые стелс-мастера, да. Для нас стелсуха, это вообще, ну... Мы родились с очками этого ночного видения, как сам Фишер, понимаешь? У нас все хорошо. Куда мне их надо вести? Я просто не догоняю. Как бы вот, смотри, может в этот угол? Нет? За Америку! Так, пацанчики, а вы... Короче, вся команда, это все мясо, да, вот это бегает. На ней никто из них не спасет ни одного инопланетянина. Ладно, пошли дальше, просто посмотрим на зону 51 и все. Yes! А, между прочим, это летающая тарелка стоит. Так, нам сюда. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу! Даже не ранило нас. Даже не ранило. Ой, там сколько военных. А как нам там пробраться? Так, вон еще инопланетяне. Везде, блин, одни инопланетяне. И как с вами быть? Ребят, как с вами быть-то вообще? Что же делать? Маленький мой... А нахер вы за мной бегаете, придурки? Я же вас выводил. Как... Мне кажется, просто забили на это болт и не стали делать. Так, вот это опасно сейчас. Стелс от бога сейчас был. Мы бежим по стене в зоне 51. Не, ну все, это вот эта вся территория, да, вот. Может, на вертушку их надо посадить и улететь вместе с ними? Ну, как бы, да, видишь, какая-то зеленая точка. Ну, там, скорее всего, просто инопланетянин. Я думаю, разраб забил на то, что ну, на место, куда их высаживать. Да, тут просто ходит очередной маленький. Ну, между прочим, игра стоит 220 рублей. Так, к слову, не 30, не 50, даже не 100. Она стоит 230 рублей. Это до хрена за игру, которую, в которой вот геймплея на... Сколько? На 10 минут. Это же писец. Даже меньше. Ну, как... Потому что как их высадить-то? Воу-воу-воу-воу-воу-воу! Блин, а если мы перезагрузимся? Слышь, убей! Убей! Давай! Застрелили обычного человека, обычного парня, который всего-то навсего проник на секретную военную базу. Скор ноль. Ну, в смысле скор ноль? Все, идите в жопу. Я пошел. Фига там широкие мужики. Не, ну то, что они бегут так, это я понимаю, это просто модели людей, на которых болт забил разработчик и не стал им делать анимацию рук, а просто поставил вот такое вот. Вот такое вот говно, как будто он бежит и... Я лечу, I can fly. Так, где-то тут, да, инопланетяне, вот. Давай попробуем его сразу вывести. Просто непонятно куда. У меня вот вопрос. Давай опять того же возьмем и попробуем еще раз вывести. Ну, может что-то лагануло, я не знаю. Никаких настроек, ничего нет в игре.
Никаких. Просто, а чё, реально в зоне 51 сортиры стоят на стене? Ну хотя, а чё, военным, надо же куда-то в туалет ходить. Может быть там выход? Это что, бассейн? Серьезно, бассейн? Кто-то тебе так зону 51 представляет? Не, ну тут просто еще один. Ой-ой-ой. Вояка. Как мне от них избавиться? Я уже не знаю, они бегают у меня на хвосте до моей смерти, и все. И как бы делать тут больше особо нехрена. Я бы с удовольствием собрал всех 20 и вывел. Ну, но этого не получается сделать, потому что он больше двоих не берет. Так, мелочь. Пацаны. Вот сюда. Где мне вас высадить, скажи мне? Вот, я вывел вас из зоны. Парни, 1, 2, 3. ТР. Все не работает. Да уж, инди дичи. Не, ну блин, ну 220 рублей эта игра не стоит вообще ни при каких обстоятельствах. Мы за 220 рублей, блин, такие игры неплохие играли, а тут, ну вообще, говно какое-то, если честно. Просто говно. Может, дальше еще надо убежать? А, нет, да, игра говно. Короче, это такая вот очередная коротенькая. Давай, закончим на этом, потому что делать тут больше нехрена. Да, пацаны? Говнюшка. Говнюшка. Индюшка. Можно так ее назвать. Ну или инди-дичь. Куда она и отправится в этот плейлист. Не знаю. Будем следить. Да, до 20 сентября осталось недолго. Посмотрим, действительно ли отштурмуют они зону 51. Если отштурмуют, то будет интересно посмотреть, что там в действительности есть. Но ты не под... Ну, конечно же, если там что-то есть до 20 сентября, оно оттуда уйдет, и людям прям проведут там экскурсию. Я тебе зуб даю на отсечение, вот примерно так оно и будет. Никаких, никого там и не найдут, даже если людей впустят, потому что, а они пошли бы-ка они в жопу, вот, ну, со своими хотелками. А так, ссылка на плейлист с Инди Дичью будет в описании. Подписывайся на канал, обязательно поддержи видос лайком, пиши свои комментарии по поводу всей этой истории Зоны 51. Подписывайся на мой инстаграм, на мою группу ВКонтакте, ссылки также будут в описании. Всем спасибо за просмотр, до встречи в следующих играх, всем пока!